Мне там писали, вот он там против религии, против ислама, что-то, что-то. Я говорю, он был у меня в гостях там, вот как раз на Сабантуе, потом мы поехали домой ужинать. Я говорю, мы стояли, у нас время молитвы были, мы стали молиться. И я тебе говорю, меня удивило, он говорит, а можно, ну это, он там ислам не принимал, но мне было в любом случае приятно. Он говорит, ребята, а можно я с вами типа стану, можно я с вами типа помолюсь? И он встал с нами в ряд, помолился с нами. Да, это не значит, что он там религию принял. Но мне все равно было приятно, что вот так вот, знаешь, и Марат, он же меня Марат с ним познакомил, они в Америке давно там жили одно время, в фильмах каких-то вместе снимались. Он говорит, Ренат, чтобы Олег Николаевич, Олег так стал и намаз как бы сделал, да? Да, и мы понимаем, это он там уважуху проявил, но сам факт, что так, там кто-то говорит, что он там против ислама топит, ну такого нету, я, по крайней мере, точно не замечал. И мне ничего плохого он не сделал.